Здравствуйте, дорогие подписчики, гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Сегодняшнем видео я для вас буду делать таро-гадание на такую интересную тему, как «А в чем вам помогает сейчас ваш род?». То есть наверняка у каждого были такие мысли: «А в чем же помогает мне мой род?». То есть в каких, может быть, ваших жизненных вопросах? И мы с вами посмотрим, в чем вам помогают ваши ушедшие родственники. Я думаю, многим будет интересно данное гадание. Я вам предлагаю задать про себя вопрос. В чем мне помогают мои ушедшие родственники? Может быть, даже проговорить имена, если вы хотите. То есть вспомнить тех людей, которые ушли. Проговорить свое имя, дату рождения и выбрать свой вариант. Как всегда, три варианта ответа. Вариант номер один, вариант номер два, вариант номер три. Подумайте про себя, задайте про себя вопрос и выберите тот вариант, который вас устраивает. Ну что, я думаю, что, наверное, каждый определился, каждый выбрал свой вариант. Давайте теперь смотреть. Итак, это мы отодвигаем. Смотрим первый вариант. Угу. У вас сразу тройка кубков. Я могу сказать, что на данном этапе вашей жизни вот у вас идет такой момент, что ваш род сейчас вам помогает, скорее всего, в ваших любовных делах. Вот, то, скорее всего, у вас идет такое состояние, что вы в кого-то влюблены. Либо настолько у вас идет такой заряд вот энергии сейчас, настолько вот идет вот этот заряд радости. Может быть, вы встретили какого-то человека, который вам признался в любви. Либо вот вы выстраиваете отношения. Вот у вас такой момент идет. Так, ну давайте посмотрим. Ну да, однозначно. Причем, понимаете, вот идет такой момент, что вы влюблены в человека, но, скорее всего, он, ну, по каким-то причинам, возможно, находится на физическом расстоянии от вас. Или же еще идет такой момент, что неразделенная любовь к человеку, который может быть недостижим для вас. И такой момент тоже может быть, кстати. Тем не менее, вы не теряете надежду на отношения с ним и продолжаете мечтать о чувствах с каким-то вот конкретным человеком. А может быть, вы настолько устали вот от краткосрочных романов и мечтаете уже о нормальных, серьезных отношениях со взаимной симпатией. А ваш род как раз поддерживает вас и не дает вам, вот знаете, вот полностью упасть в такое депрессивное состояние. Ваши предки помогают вам обрести и помогут, кстати, обрести долгожданную любовь и привести в вашу жизнь достойного человека, которого вы, возможно, долго ждете. Вам стоит обращаться за помощью в любовных вопросах вот, и переживаниях непосредственно к своему роду. То есть, ну, например, ложась спать, мысленно попросите у какого-то конкретного ушедшего родственника показать, предположим, вам во сне того, кто предназначен судьбой. И именно во сне вы можете получить подсказку от рода. Знаете, то есть вам стоит на это обратить внимание. Вот у вас идет так. Так, это кто выбрал первый вариант? Ну, давайте смотреть второй. Угу. Что я могу сказать? А вам род, кстати, помогает в тот момент, когда у вас возникают какие-то острые конфликты или разногласия с кем-то. Когда у вас идут какие-то, предположим, препятствия в вашей жизни, в вашей ситуации. Вот у вас идет такой момент. И вам вот именно в этот... Ну, то знаете, вот бывают такие ситуации, что вы случайным образом находите решение, то есть неожиданным образом для себя находите решение. То есть здесь это показывает, что вам помогают непосредственно ваши предки.
Возможно, что даже есть такие моменты, когда вы это чувствуете, когда вы вот, ну, знаете, как вот чувствуете, что меняется ваше сознание, настроение, состояние, значит, уже, как говорится, предки вам помогают. Так, а ну сейчас посмотрим, что у вас дальше. Защита идет, кстати, у вас еще от предков. Здесь есть такой момент. Причем они стоят на вашу защиту перед завистниками вашими очень, то есть вот недоброжелателями вашими, завистниками вашими, и не дают им испортить или сломать вам жизнь. То есть в этом они вам очень хорошо помогают. Возможно, что вы замечали раньше, что люди, которые желали, предположим, вам зла, уходили из вашей жизни и очень резко, и безвозвратно. То есть вы с ними прекращали все общение. Вот проанализируйте, подумайте, потому что у вас были, скорее всего, такие моменты. Или же, знаете, как вот в результате неожиданных стечений обстоятельств вы сами могли расставаться со своими недоброжелателями, со своими врагами. Такое тоже может быть. Ваши предки отводят от вас ненужных вам людей. Если вы в своей жизни вот, потеряли... Ну, если из вашей жизни вот ушла особенно женщина земного знака зодиака, то есть это могла быть замужняя дама с детьми, либо просто вот земного знака вашей вот непосредственно ситуации, то как раз именно эта женщина стоит на вашей защите. То есть, ну, проанализируйте. Вы знаете эту женщину, именно она стоит на вашей защите. И если вы понимаете интуитивно, вот, о чем я говорю, кто может заступаться за вас, вот, как говорится, да, то вы можете обращаться к ней с просьбами о защите от злых глаз, слов. И особенно, когда вы что-то меняете в своей жизни. Вот на этого стоит обратить внимание. Это вот кто выбрал второй вариант. И смотрим третий вариант. Угу. У вас... Ну, тоже у вас причем достаточно хорошая идет помощь, я вам могу сказать, от ваших родственников. То есть не оставляют, как говорится, без своей энергии, не оставляют, как говорится, вас. То есть если что-то, причем если что-то у вас случается в вашей жизни, то очень быстро у вас приходит, ну, знаете, какое-то решение в вашей жизни. Очень быстро приходит у вас решение. Давайте посмотрим все-таки, в чем же они вам помогают. Вы знаете, вот идет такой момент, что в первую очередь помогают тогда, когда у вас случаются критичные проблемы с деньгами. Вы можете переживать о том, ну, предположим, что остались вот без денег, без средств существования, а вскоре вдруг приходит вам помощь, причем из самых неожиданных источников. Вам ваши предки помогают вам выходить из сложных ситуаций с работой, с заработками, не дают вам остаться без помощи, без поддержки. Они вас очень хорошо в этом поддерживают и дают вам, помогают. Может быть, вы сами просто не сразу замечали, а просто думали, ну знаете, как такое удачное стечение обстоятельств. Но это ваши предки вам помогают. Помимо этого, они, кстати, могут отводить от вас различных людей, которые желают обмануть вас и присвоить ваши денежки, заработанные вами. Вам не стоит переживать о том, что вы можете остаться, ну, предположим, на улице, да, или потерять работу. Вы всегда сможете выйти из подобных ситуаций и найти новый, кстати, источник финансовых поступлений. В момент, когда у вас случаются трудности с работой, предположим, или деньгами, вы можете мысленно просить ушедших родственников помочь вам в этих вопросах. И вы очень быстро вот проанализируете свою жизнь, свои ситуации, и вы вот поймете, что вы очень быстро получаете неожиданную какую-то помощь. Человек появляется в вашей жизни. Либо вот из ниоткуда, то есть совершенно неожиданным образом не ждали, но появляется какая-то финансовая ситуация. То есть если у вас очень большие сложности, пускай даже, знаете, как вот какие-то, может быть, мелкие детали, но они вот эти мелкие детали бывают вас очень сильно радуют. И это вот говорит о том, что ваш род, ваши предки вам помогают. Это вот для тех, кто выбрал третий вариант. Вот такой вот у нас с вами получился очень интересный расклад.
Напишите в комментариях, понравился вам расклад или нет. Мне будет интересно почитать. И как всегда, подписываемся на канал. И пока-пока.